Слава Богу, брати і сестри! Бог дозволив, Бог дав нам милість Твою і дав один день ще для нашого життя. І це великий день, тому що ми маємо можливість прославити нашого Бога Ісуса, Спасителя нашого, який дав нам життя, який дав нам життя вічне через жертву свою, через жертву Голгофську, через страждання, через смерть. Смертю Його ми є освячені кров'ю Його, бо ми є, коли ми були чужі, сьогодні ми є свої, і ми прийшли у дім Батька нашого. Він добрий до нас, і милість Його навіки. І ми хочемо прославити нашого Бога сьогодні, і ми будемо молитися про це. І давайте ми встанемо. Я зачитаю один уривок. Це друге послання апостола Івана, 4-й вірш. «Я дуже зрадів, що між дітьми твоїми знайшов таких, що ходять у правді, як заповідь ми прийняли від Отця. І тепер я благаю тебе, пані, тобто церква, не так, ніби пишу тобі нову заповідь, але ту, яку маємо ми від початку, щоб ми любили один одного. А любов ця, щоб ми жили згідно з Його заповідями, це та заповідь, яку ви чули від початку, щоб ви згідно з нею жили, слава нашому Господу». Прекрасні слова. І апостол Іван радіє. Чому? Бо він почув, що діти... що між дітьми твоїми знайшов таких, що ходять у правді. Всі люблять правду, правда? Всі хочуть правди, всі захищають буцім правду, але так важко її знайти, цю правду. Але ця правда знайшла нас. І правда в тому, що Він нас полюбив. Не ми полюбили Його, а Він полюбив нас перше. І коли ми ще були грішниками, Він нас полюбив і віддав Сина Свого Єдинородного. Слава нашому Господу! Давайте ми зараз помолимося, прославимо нашого Господа. Ми всіх вітаємо, хто сьогодні прийшов. Ми маємо гостей сьогодні, вітаємо в нашій церкві, щоб ми разом, не дивлячись на лиця, прославили нашого Ісуса. Він достойний слави за всі милості, які Він вчинив для нас. Амінь. Молимося. Отець наш Небесний, ми так Тобі щиро вдячні. Дякуємо Тобі, Господь, за велику любов Твою, за милість, за спасіння, за прощення і звільнення, за нове життя, яке ми маємо в Христі Ісусі, Господі нашим. Дякуємо Тобі, Господі, що Ти любиш нас, що Ти благословляєш, що Ти даєш нам мир і радість. Ми дякуємо Тобі, Отець, за вічне спасіння, по милості Твоїй великій. Дякуємо Тобі, Господь, допоможи нам прославити Ісуса, нашого Господа. Дякуємо Тобі, Господі, це ласка Твоя, милість Твоя, Господі, що ми не загинули. Дякуємо Тобі, благослови Твій народ, благослови Твоїх дітей, Господі. Діти Твої прийшли прославити Ісуса, прославити Бога, і ми хочемо, Господі, а Ти прослався в нас і через нас, щоб ми раділи. Господь, дякуємо Тобі, Господь, дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі, Господь. Отець наш Небесний, ми перед лицем Твоїм, Господі, щиро дякуємо Тобі. Це милість Господня, що ми не погинули. Це милість Твоя, Господі, що ми є сьогодні в домі Твоєму. Ти назвав нас своїми. Колись ми були чужі, сьогодні ми є Твої діти, і ми щиро дякуємо Тобі. Царів Господь, Господь, слава, алілуя. Царів Господь, Господь, слава, алілуя. Ісус наш Месія, слава, алілуя. Ісус наш Месія, слава, алілуя. Спаси, оправдав, слава, алілуя. Він нас спаси, оправдав, слава, алілуя. Ісус наш Месія, слава, алілуя.
совершенство Твое не имеет границ. Я ценю каждый миг жизни с Тобою. Ты бессилие мое утираешь весни. Я предвкушаю красоту поклонения, я воздвижаю руки к Тебе без страха и сомнения. Совершенный Бог, поклоняюсь я святостью своей. Я предвкушаю красоту поклонения, я воздеваю руки к Тебе без страха и сомнения. Совершенный Бог, поклоняюсь я святостью своей. Оцени меня теплотой своей, силой одари. Ничего не ценнее Твоей совершенной любви. Совершенный Бог, поклоняюсь я святостью своей. Осени меня теплотой своей, силой одари. Ничего не ценнее Твоей совершенной любви. Ничего не ценнее Твоей совершенной любви. Отец, мы превозносим Тебя, Боже. Мы благословляем Твое святое имя, потому что Ты совершенный Бог. Ты Царь царей. Ты Творец всей вселенной. Ты сотворил этот день для Твоей славы. Боже, мы благодарим Тебя. Мы превозносим Тебя, Боже. Мы со всеми святыми сегодня прославляем Тебя, потому что Ты достоин всей славы. Аллилуйя Тебе, Боже! Ты совершенный Бог, Ты святой Бог, Ты Бог любви, Ты Бог мира, Ты Бог заботы. Слава Тебе, Боже! Мы благодарим Тебя, что Ты, Господь, позволил нам прийти сюда, на это место, поклониться Тебе, воздать Тебе славу, потому что Ты источник нашей жизни. Мы благодарим Тебя, Боже! Ты всемогущий Бог! Мы благословляем Тебя, Боже. Мы благодарим Тебя за Твою великую милость, что Ты, Господь, оставил славу неба и сошел на эту землю. Мы благодарим Тебя, что Ты сегодня среди нас, согласно Твоему слову, которое Ты сказал. Там, где двое или трое собираются во имя Мое,
Адам и я. Спасибо Тебе, Боже. Мы благодарим Тебя, что Ты сегодня здесь. Ты сегодня здесь. Мы хотим, Господь, созерцать Твою красоту. Мы хотим, Господь, видеть Твою любовь. Мы хотим увидеть Тебя. Это то, что поможет нам, Господь, дальше жить и совершать Твою волю на этой земле. Благослови, Господь, это служение. Благослови Слово Твое. Благослови каждое участие, которое сегодня будет на этом месте. И пусть оно воздаст Тебе славу и дополнит этот фимиам хвалы и славословия Тебе, потому что Ты достоин, наш вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Слава Богу, друзья. Слава нашему Господу, друзья. Praise be to our Lord, brothers and sisters. Наш Бог велик. Our God is great. И достоин всей славы. And is worthy of all praise. Аминь. Amen. И сегодня, благодаря Его милости, and thank you to His mercy, мы сегодня на этом месте. We are in this place. Бог дал нам чистый воздух. God gave us a clean air. Мирное небо. A peaceful sky. И свободное желание прийти в дом молитвы. And a free will to come to the house of prayer. Двери молитвенного дома открыты для всех. The doors of the house of worship are open to everyone. Кто ищет его лица. Who seeks his face. Поэтому пусть Господь благословит каждого из нас. May the Lord bless each and every one of us. Чтобы нам искать его. To search him. Когда есть еще время. And to the time that we have. Потому что, как Екклесиаст говорит в своем слове, in Ecclesiastes it says in the word, всему свое время. To everything there is a time. Время плакать. Time to weep. Время смеяться. Time to laugh. Время рождаться. Time to be born. Время умирать. Time to die. Время приходить в дом Божий. Time to come to the house of worship. Но придет время, когда этого не будет. Well, there will come a time where this time will not be available. Придет время, когда мы вместе с Христом. There will come a time where we will gather with the Lord. Будем вместе там радоваться вечно. We will rejoice in the everlasting. Но к этому надо приложить усилия. Well, to this we need to put in some effort. Поэтому пусть Господь поможет нам. May the Lord help us all. Живя на этой земле. To living on this earth. Приложить максимум усилия. To put in maximum effort. Чтобы достичь той славы, которую Он приготовил для каждого из нас. To reach that glory that He has prepared for us. Я вместе с вами хотел поделиться местом Священного Писания. I would like to share a passage from the Holy Scripture. Это будет Евангелие от Луки. This is in Luke, 19 глава, chapter 19, стих с 28-го. Мы все знаем прекрасно эту историю. We very well know this story. Это когда Иисус Христос входил в Иерусалим перед своими страданиями. This is when Jesus walked before his suffering in Jerusalem. И здесь говорится такие слова. And it is spoken here in these words. Луки 19 глава 28 стих. Luke chapter 9 verse 28. И сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифагии и Вифании, горе называемой Леонской, послал двух учеников своих, сказал: «Пойдите в противоположное селение, вошедши в него найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязавши его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так, он надобен Господу». И 38 стишок говорит, Verse 38 says, 37, чуть-чуть. 37. «А когда он приблизился к спуску с горы Леонской, все множество учеников начало в радости многогласно славить Бога за все чудеса, какие они видели, говоря: „Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних“». Слава нашему Господу. Praise be to our Lord. Мы хорошо знаем эту часть из жизни Иисуса Христа. We very well know this part and portion of the life of Jesus.
Но я хотел бы сегодня с вами поразмышлять над одной мыслью. I would like to focus on this one topic. Знаю ли я, кто я? Do I know who I am? Потому что Иисус знал, кто Он есть. Because Jesus knew who He was. Если мы внимательно читаем эту историю из жизни Иисуса, if we very carefully examine this story, то мы видим, что когда Иисус входил в Иерусалим, we see that when Jesus entered into Jerusalem, и остановился на этой Елеонской горе, and He stopped on this this hill, в один момент он заплакал, другой евангелист говорит. In another part of the gospel it is written that he was crying. И он говорит: Иерусалим, Иерусалим. He says, Jerusalem, Jerusalem. Если бы ты знал, if you only knew, что служит к миру твоему, what serves the people, но to the world. Но на тот момент Иерусалим не знал. But Jerusalem at that point did not know. Они знали Писание. They knew the scripture. Они знали то слово, которое было им оставлено. They know the word that was left for them. Но когда пришел Иисус Христос, but when Jesus came, они его не узнали. They did not recognize him. Но мы видим, когда Иисус спускается с этой горы, when Jesus descended from this mountain, люди говорят, которые посещали Израиль, those people that came to come to visit Jerusalem, что с этой горы Елеонской, from this hill, видно другую гору, you could see the other mountains, гору Голгофы, you could see Golgotha. А посередине Иерусалим. And then right in between is Jerusalem. Это последний путь Иисуса Христа. This is the last path that с горы Jesus Илионской на from гору the mountain Голгофы. Of I don't know how Ilion. Olives. Olives. Это последний путь Иисуса Христа. This is the last path of Jesus Christ. Это последняя неделя жизни Иисуса. This is the last week of the life of Jesus. Но Иисус знал, кто Он. But Jesus knew who He was. И среди всего этого шума, который окружал Иисуса, through surrounding all this noise that was around Jesus, одни постилали пальмовые ветви. Some were putting olive palm branches on the floor. Одни постилали свои одежды. Some were putting their clothing and garments. Одни кричали «Осанна царю!» Some were singing «Hosanna, highest to the Lord!» Превозносили его. They were praising him. Другие замышляли убить его. Some were plotting to kill him. И среди всего этого шума, and through all this noise, Иисус идет. Jesus was walking. Потому что он знал, because he knew, кто он, who he was, и для какой цели он пришел на эту землю. And what was his purpose to come to this earth? Как вы думаете, нужен был им или не? Как вы думаете, радовались ли люди за Иисуса за то, что он пришел забрать их грехи? Do you think that the people were rejoicing because Jesus came to take their sins? О чем они радовались? Or what were they rejoicing about? Как вы думаете, вот они прославляли, пели «Осанна царю» там так далее и так далее. What do you think, friends? They were saying certain things like Hosanna, praising him, blessing him. Встречая Иисуса, что они видели в Иисусе? What did they see in him when they met him? Друзья, friends, царя, king, освободителя, который освободит в конце концов от римлян, будут свобода будет. Freedom from the Romans, give them full freedom. Видели пророка? They seen a prophet. Видели священника. They seen a high priest. Видели проповедника, который среди проповеди. They seen a preacher through in the middle of his sermon. Мог остановиться. He could stop. И накормить всех. And feed everybody. Они видели что-то в Иисусе. They seen something in Jesus. То, что нужно было им. That they needed for themselves. Но они не видели, что Иисус им нужен был. But they didn't see that Jesus is definitely needed for them. Часто в нашей жизни, very often in our own lives, многие люди следуют за нами, people will begin to follow us, потому что мы им нужны, because we are needed for them. Но когда мы что-то скажем или не согласимся с их мнением, but sometimes when we say something or don't agree with their thoughts, они нас оставляют. They abandon us. Я думаю, вы с этим знакомы. You guys, I'm sure, are very aware сегодня of this. Сегодня столько сетей есть,
разных и Facebook, Instagram и много-много всего. Sure, there's a lot of different social networks today. И люди хвалятся, вот я там имею столько последователей, столько меня любят, столько меня узнают. Really proud and say, I have so many followers. Но как ты скажешь одно свидетельство Иисуса? Well, when you testify about Jesus on this network, или скажешь людям, что это грех? Or tell them that this is certain thing is a sin. Куда эти followers деваются? Where do the followers go? Исчезают. They disappear. И остаются одни только, кто любит Иисуса. And the only ones that remain are the ones that love Jesus. Поэтому Иисус не разменивался на те восклицания, которые люди ему говорили. So he did not pay attention to the things that people were saying. Иисус сидел на осленке. He sat on a colt. И въезжает в Иерусалим. And he entered into Jerusalem. Не размениваясь на все, на всю ту славу, которую он получил. Not being divided about the glory that he was receiving. Хотя, furthermore, он мог бы остановиться. He could have stopped. И сказал, Отец, смотри, какая слава, зачем мне нужно идти страдать? He could have said, Father, why? Well, look at this glory. Why do I need to go suffer? Меня уже приняли, я уже здесь царь, я уже освободитель. I am a redeemer. I have all the glory. Смотри, какой авторитет я имею, весь город меня встречает. I have the authority that the whole town has welcomed me. Отец, наверное, вот это мой конец. Наверное, вот для чего я и пришел. Maybe this is the reason why I've came. This is the end of my road. Но Иисус знал. But Jesus knew. И он хранил этот мир. And he saved this world. В своем сердце. He held it in his heart. Среди всего этого шума, который окружал его. Throughout all this noise that was surrounding him. И проходя посередине этих двух гор. And coming into the middle of these two mountains, Иисус всегда находился посередине. He was always into the middle. Если вы помните последнюю вечерю Иисуса Христа с учениками, and if you remember the Last Supper with his disciples, один ученик любит его, лежит у его груди. One disciple is laying in his chest. Другой ученик замышляет его предать. And another is thinking about betrayal. Иисус находится посередине. He's in the middle. Один правитель мира в того времени признает, что да, ты воистину царь иудейский. One ruler at that time is distinguishing Jesus as the ruler of the king of the Jews. Другой первосвященник предает его смерти. And one Pharisee is saying, leading him to his death. Иисус находится посередине. He's right in the middle, Jesus is. Но Иисус не спорит с ними. But Jesus does not argue with Иисус them. Не доказывает свою правоту. He does not stand for his beliefs. Иисус не говорит, подождите, я не для этого пришел. He doesn't say, wait, I didn't come for this reason. Вы не понимаете, что вы делаете. You don't understand what you are doing. Но Иисус молча идет. But he's very quietly just proceeding. Зная, кто он. He understands who he is. И среди всего этого шума. And throughout all this noise. Среди всего, что происходило в то время. And throughout everything that's going on in that time. Иисус идет. Jesus walks. Почему? Why? Потому что он знал. Why? Because he knows. Что у него есть особая цель. That he has a specific purpose. Которую он получил от отца. That he received from his father. И ему нужно ее исполнить. And he needs to fulfill it. Сегодня слово Божие спрашивает меня. The word of God asks me today. Знаю ли я цель, которую Иисус положил для меня в моей жизни? Do I know the purpose that Jesus has put on my life? Или сегодня все волнения, вся информация, все, что происходит в этом мире, оно сбивает меня, и я кидаюсь то влево, то вправо. Or do I understand that the movements that are going around today in today's world that are shaking me from left to right? And или когда приходит в моей жизни какой-то диагноз от врачей, и я уклоняюсь от этого. Or sometimes when in a situation where I get a diagnose certain reading from the doctors and I go lean that certain way. Или я потерял работу, и я опять расстроился. Or when I lose my job, I get upset again. Или у меня закончились деньги, я опять расстроился. Or when the finances are over, I get discouraged. Что делаю я? What do I do? Иисус, он знал.
Jesus, и Он и шел, прославляя Небесного Отца. He went and worshiped the Heavenly Father. И какие бы трудности он не встречал в своей жизни, it doesn't matter what kind of hardships he encountered. У него была одна цель. He had one mission. Прославить Отца. To, so that the Father would be glorified. И сегодня, проходя по этому земному пути, and when we walk on this earthly on the earth, сегодня Господь хочет, чтобы моя жизнь славила Его. Jesus wants us to for that our life to rejoice in Him. Независимо от обстоятельств в жизни. It doesn't matter what kind of situations are in life. От того, что я чувствую или не чувствую. What I feel or what I don't feel. От того, что я имею или не имею. What I have or do not have. Какое положение в обществе я имею. От этого не зависит. What kind of stature do I have? It does not matter. Но Бог хочет, чтобы я оставался Ему верным. But Jesus wants us to, or God wants us to remain faithful in Him. Зная, что мой Бог, Он всегда со мною. That we should know that my God is always with us. Зная, что мой Бог всегда идет рядом. That knowing that my God is always beside us. И как пророк говорит. And how the prophet says. Что даже если не станет овец в загоне. If if the sheep does not come into the gate, и виноградная лоза не даст плода, or the vine does not give any a fruit, но даже тогда я буду славить. But then I will serve the Lord. Я буду поклоняться I тебе. I will worship Him. Я буду прославлять тебя. I will worship Him. Потому что ты достоин. Because He is worthy. Потому что есть вещи в этом мире. Because there's things in this world. Которые не меняются. That things don't change. Ни при каких обстоятельствах. Doesn't matter the situation, circumstances. Как вы думаете, что what это? Do you think? Какие вещи не меняются? Три what вещи. Things do not change? The three things. На всей вселенной. Иисус. Jesus. Еще что? Слово. The word. Еще что? Да, воистину, Божья любовь, the love, она не меняется. It does not change. Потому что источник любви – Бог. Because the source of life is God. И Иисус это знал. And Jesus knew that. Что эту землю, этот мир изменит только любовь. That this world, the love will only change. И она не перестанет. And it does not ever stop. Слово живого Бога, оно тоже вечно. The word of the living God is forever. Оно не меняется. It does not change. Как мир сегодня не пытается уничтожить его? How the world today wants to destroy it? Забрать его с наших школ, с наших домов? The world wants to take it from our schools, from our homes. Это слово остается вечным. This word remains everlasting. Потому что Бог сказал. Because God said. Ни одно слово, ни одна точка не исчезнет. That not a single word, not a single punctuation will be in existence. Пока все не исполнится. Until that it becomes in fulfillment. И Божье обетование для твоей жизни. And God's purpose for your life. Оно вечно. It's everlasting. Потому что когда мы еще не родились. Because when we were still not born. Внутри у мамы. Inside our mothers, Бог уже что-то определил для тебя. God had a purpose for you. Бог уже поставил свою печать на твою душу. God already marked it on your soul. Он тебя предназначил для особого времени. He had a purpose for you for a certain time. Для особенного служения. For a certain ministry. И что бы ни происходило вокруг тебя. And whatever happens around you. Он исполнит то, что Он предназначил для твоей жизни. И это Иисус знал. And Jesus knew this, что Божья любовь, that God's love, она поменяет этот мир. It will change this world. Божье Слово, оно останется вечным. That the word of the God is gonna be everlasting. И Божьи обетования, они также неизменны. And God's promises, they don't change. Поэтому пусть Господь сегодня укрепит нас с вами. May the Lord strengthen us, you and I. Что мы помнили. So that we remember. Что мы Божьи дети. That we are God's children. Которых Он нас предназначил на добрые дела. That He purposed us for good deeds. Что мы Его священство. That we are His priests. Что Он нас избрал для определенной цели. That He chose us for a certain purpose.
чтобы мы здесь распространяли Его Царство, so that we would expand the kingdom, чтобы еще многие люди услышали о Нем, that many people will hear about Him, пришли в Дом Божий, that come into the house of the Lord, наполнили Царствие Божие на этой земле, to fulfill God's kingdom here on earth, и там вместе прославить Его Святое, to serve Him together in heaven, потому что Он достоин всей славы, because He deserves all the glory. Пусть Господь поможет нам. May the Lord help us all. Читая эти слова из жизни Иисуса. Read the words in the life of Jesus. И брать примеры. And to take example. Как поступал Иисус? How Jesus reacted and acted. Иисус не разменивался на ту славу этого мира. He did not focus on the praise from this world. Но он знал свою цель. But he knew his purpose. Он знал свое предназначение. He knew his purpose and value. И когда он зашел на Голгофу, and when he entered into Golgotha, его распяли там на кресте, they crucified him on that cross, и он опять, and again, стал посередине, he became into the middle, между небом, between heaven, и землей, and earth, потому что он посредник, because he is the посредник, посередине. Oh, he's in the middle. Другого имени нет, говорит Писание. There is no other name. Только единственное имя Иисуса Христа, the only name of Jesus Christ, которое между небом и землею, that is in the middle between heaven and earth, дает нам жизнь, that gives us life, дает нам спасение, that gives us salvation, дает нам мир, that gives us peace, дает нам здоровье, gives us health, дает нам радость, gives us joy, дает нам свободу, gives us freedom. Поэтому пусть Господь благословит каждого из нас, may the Lord bless us all, чтобы мы это знали, that we know this, в этом пребывали, that we will be in this, и этим жили, and we live this. Давайте мы встанем на наши ноги, let's stand and, прославим Его в молитве. Praise Him in worship, a prayer. Отец, мы благодарны Тебе за Твою великую любовь и милость. Мы превозносим Твое святое Сидя слепец с протянутой рукою, ни друг, ни брат не мог ему помочь. Страдал без света телом и душою. Пришел Иисус, и тьма бежала прочь. Нечисть, нечисть, давал знать прокаженный, глухонемой, безмолвно слезы лил. Больных коллег не слился к небу стоны. Пришел Иисус, все язвы исцелил. Где Иисус Христос, он радостью все дышит, смолкает плач, слабеет, гнет низкий забор. Уходит тьма, приходит сила свыше. Там чистом мир, куда Иисус Христос войдет. Нечистая сила и тени ночь кругими искал гроба, убежище себе, а камни бился, все бежали мимо. Пришел Иисус, конец борьбе. Где Иисус Христос, там радостью все дышит, смолкает плач, слабеет, гнет низкий забор. Уходит тьма, приходит сила свыше. Там чистом мир, куда Иисус Христос войдет. И в наши дни так многие познали, как страшен грех, как мучит он своих, когда бессилие Господу.
Иисус Христос нам радостью все дышит. Смакает плач, слабеет гнет мирский собор. Уходит тьма, приходит сила свыше. Там чисто мир, куда Иисус Христос войдет с тобой. Сестры, все, кто сегодня пришел в Дом Божий, так приятно сегодня находиться в общении с народом Божьим, в Божьем присутствии, и так приятно ощущать вот это очень такое, скажем, прикосновение Духа Святого. Когда ты поешь, когда ты молишься, когда ты слушаешь Слово, Дух Святой говорит к твоему сердцу. И это так приятно, и это так хорошо, когда просто Господь работает с нашим сердцем, когда Господь работает с нашей душою. И мы, сидя на этом месте, действительно переживаем. Переживаем Божье благословение, переживаем Божье присутствие. И наш Бог, как мы слышали, Он не изменяется. Слово Его не меняется. И любовь Его не меняется. Я еще добавлю, обетования Его тоже не меняются. Они всегда стоят, они тверды. И сегодня, друзья, я хочу говорить на тему, над которой мы рассуждали на домашней группе. Эта тема называется «Что угашает Дух Святой?» Что угашает? Знаете, Бог дал нам, когда Иисус Христос был на земле, Он сказал Своим ученикам: «Я пойду и умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя». И этот утешитель, Дух Святой, Он пребудет с вами. Он будет учить вас, Он будет наставлять на всякую истину, Он будет помогать. Когда вам будет тяжело, Он будет вас утешать. Когда вы не будете знать, как поступить и что делать, Он будет давать вам правильные советы. И Он будет вести вас по этой жизни, на этой земле. И что интересно, Иисус говорит: «Лучше, если я пойду, и Дух Святой придет». Это лучше даже. Поэтому это очень важно сегодня знать вот эту прекрасную личность. Это очень важно сегодня иметь общение с Духом Святым. Это очень важно быть водимым Духом Святым. Очень важно наполняться присутствием Духа Святого в своей христианской жизни. Это очень важно. Но есть моменты, и апостол Павел дает такое предупреждение. Давайте мы откроем 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 19 стишок. И вот в этом месте Священного Писания апостол Павел, очень короткий стишок, 1 Фессалоникийцам 5, 19, написано: «Духа не угашайте». И в этом буквально одном стишке, таком небольшом, есть, скажем, большое-большое такое предупреждение или большое такое, как бы, такая осторожность. Если угасить, значит, Дух Святой, Он на этой земле может быть ущемлен, Он может быть угашен, Он может быть где-то остановлен чем-то. И поэтому очень важно знать в своей христианской жизни, что угашает Дух Святой. Другими словами, если привести такой пример, как мы говорили, огонь. Если этот огонь, в него подкладывать, например, сухие поленья, он будет гореть ярче и ярче и ярче. Но если подлаживать туда то, что будет угашать, то, что будет этот огонь делать меньше и меньше и меньше, этот огонь, он может полностью потухнуть. И поэтому мы сегодня рассмотрим
Не все, друзья, совершенно не все. Есть много разных моментов и пунктов, но мы рассмотрим несколько из них. Что угашает Дух Святой? Ведь нам в нашей христианской жизни Дух Святой необходим. Он очень важен, он очень нужен. Мы не можем без Духа Святого иметь полноценную христианскую жизнь. Мы обязательно должны знать эту личность. Мы должны знать, как Дух Святой работает. А если это личность, значит, Дух Святой он чувствует. Если это личность, значит, Дух Святой тоже переживает. Если это личность, значит, с ней можно советоваться и говорить. Если это личность, значит, можно неосторожно где-то оскорбить Дух Святой. И вот это все мы должны знать, чтобы быть осторожными и аккуратными в своей христианской жизни и не угашать Духа Святого, а наоборот, чтобы Дух Святой, он мог больше и больше нас наполнять, и мы могли быть руководимы Духом Святым в своей повседневной христианской жизни. Самое первое, что очень важно знать, что Дух Святой живет в нас. Давайте мы посмотрим место Писания. Это 1 Коринфянам, 6 глава, 19 стишок. И вот здесь апостол Павел говорит, 1 Коринфянам 6, 19, написано так. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего где?» «Вас, Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». Апостол Павел говорит очень ясно в этом месте Священного Писания, «Наши тела – это какой-то храм». Это, другими словами, квартира, это место, где живет Дух Святой. И апостол Павел говорит, смотрите, очень четко и ясно, живущего в нас, то есть он внутри живет нас. Когда Дух Святой приходит в нашу жизнь и начинает там жить, в какой момент нашей жизни, друзья? В тот момент, когда мы принимаем Иисуса Христа в свое сердце как Господом и Спасителем, когда мы исповедуем свои грехи и когда мы говорим, Господи, возьми мою жизнь, войди в мое сердце, я хочу Тебе служить. В тот момент Библия говорит, мы получаем печать. Мы запечатлены обетованным Духом Святым. В тот момент Дух Святой ходит в нас. И Он там в нас что делает? Он живет в нас. Он живет в нашем сердце. Он обитает там. И апостол Павел говорит, вы храм живущего Святого Духа. А если вы храм, вы должны помнить, что вы уже не принадлежите себе, но вы куплены Богом. Заплачена дорогая цена. И значит, мы Его дети. Мы дети Небесного Отца. Он нас купил, Он нас приобрел дорогою ценою. И мы Ему принадлежим. И когда прежде всего мы понимаем эту истину, тогда наш каждый шаг в нашей жизни, он будет очень взвешен, он будет осторожным. Почему? Потому что во мне живет Дух Святой. Он там, он внутри. О, и я являюсь храмом Духа Святого. Первое, друзья, что угашает Дух Святой? Что угашает? В нашей жизни, друзья, есть много вещей. И в Ветхом Завете Бог очень часто говорил об этом, и иногда очень даже строго говорил об этих вещах, и Он называл очень прямо и открыто. Это идолы, которые могут угашать действие Бога в жизни христианина. Так же самое, идолы, они угашают действие Духа Святого.
Что это за идолы? Кто может быть идолом в жизни христианина? И апостол Павел, когда говорит об этом, он задает конкретный вопрос. Какая совместность храма Божьего с идолами? Что может быть общего? Апостол Павел говорит, не может быть храм Божий, где живет Дух Святой, тем же самым местом, где может быть и жить какой-то идол. Не может быть в одном месте жить, скажем, два господина. Этого не может быть. И поэтому, когда апостол Павел пишет об этом, это 2 Коринфянам 6:15, и он очень ясно говорит, какая совместность храма Божьего с идолами. Такого быть просто не должно. Не должно. И я прочитаю это место, давайте мы вместе откроем. Это 2 Коринфянам 6:15 написано, какое согласие между Христом и Велиаром. Или какое соучастие верного с неверным. Какая совместность храма Божия с идолами. Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вашим отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель». Здесь Писание очень ясно нам говорит, очень ясно говорит, что мы опять храм Божий, и в этом храме живет Дух Святой, и не может быть другого. То есть мы не должны давать место другому. Никаких идолов не должно быть в этом храме. Что такое идол? Это все, что привлекает мое сердце больше, чем я отдаю Богу его. Это все, что ворует мое время больше, чем я уделяю Богу. Это все то, что занимает мой разум, мои мысли. Это все то, что стоит на первом месте, а Бог где-то на втором или на третьем месте, является идолом. Это то, чему, может быть, не открыто, но где-то так потихоньку христианин поклоняется. И идолом в жизни могут быть много разных вещей. Для кого-то это слава, для кого-то это, может быть, финансы, для кого-то это какое-то положение, для кого-то это что-то, что человек... Может быть, любит делать, и он это делает, но в ущерб своему духовному состоянию, в ущерб своей душе, в ущерб общению с Богом, это может быть идолом. Поэтому апостол Павел говорит очень ясно в этом месте Священного Писания, что выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь. Другими словами, должно произойти отделение. То есть не может быть. Бог говорит, я ревнитель. Я никогда не буду делить этот храм, в котором живет Дух Святой, с каким-то идолом. Это невозможно. Бог говорит, отделитесь, выйдите, и я приму вас. И вы будете моими сынами и дочерями. Очень ясно и очень четко. Поэтому идолы угошают Дух Святой. Они угошают Дух Святой, они ущемляют Дух Святой в жизни христианина. Второй очень важный момент. Это когда христианин не делает то, что делал Иисус Христос на земле. Я говорю конкретно о проповеди Евангелия. Я говорю о проповедовании благой вести. Смотрите, друзья, когда Иисус Христос был на земле, Дух Святой, Он наполнял Иисуса Христа. И больше того, когда Иисус Христос вышел на миссию, на проповедь Евангелия, Библия говорит, что Дух Святой помазал Его проповедовать
лето благоприятное, разрывать, выводить людей из темницы, разрывать эти оковы греха и проповедовать Евангелие Царствия. Он получил это помазание. И когда он после водного крещения выходил, Библия говорит, Дух Святой сошел на него в виде голубя. Больше того, он был введен Духом Святым. И после искушения, Библия говорит, и он в силе Духа Святого возвратился и потом начал проповедовать Евангелие. И проповедь Иисуса Христа сопровождалась очень явными действиями Духа Святого. Слово было настолько, вы знаете, ясно, настолько конкретно, настолько сильно. Люди удивлялись. Он говорит не как книжники и фарисеи, но он говорит как власть имеющий. В этом слове что-то такое, что касается нашего сердца. Нам приятно, мы ходим за ним с одного села в другое, с одного в город в другой. Нам приятно слышать его слово. Дух Святой говорил и наполнял Иисуса. Люди, одержимые дьяволом, Библия говорит, Дух Святой через Иисуса Христа освобождал этих людей. Давайте мы посмотрим место Священного Писания. Это записано Деяния, 6 глава, 8 стишок. Деяния, 6 глава, 8 стишок. И вот в этом месте Священного Писания написано Деяния 6:8. Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Дальше мы читаем 8 глава, 5-7 стишок. 5-7 стишок написано. Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, и многие расслабленные и хромые исцелялись, и была радость великая в том городе. Братья и сестры, 10 глава, 38 стишок Деяния, 10:38. Когда Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. Иисус ходил, и Библия говорит, Он благотворил, исцелял, освобождал людей. То же самое делал Стефан. То же самое делал Филипп, потому что Дух Святой был на них. Мне нравится вот это место Священного Писания, последнее, которое мы прочитали, и здесь написано, потому что Бог был с ним. Бог был с ним. Итак, друзья, когда мы делаем то, что делал Иисус на этой земле, а именно, когда мы проповедуем Евангелие, Дух Святой, Он радуется, Он ликует, Он свободно может действовать через нашу жизнь. Но когда христианин не делает то, что делал Иисус Христос, а именно не проповедует Евангелие, Дух Святой угашается. Потому что главная миссия Духа Святого на земле – было помогать в проповеди Евангелия. Это спасение неспасенных людей. Это главная миссия. Дух Святой наполнял Иисуса, Его апостолов. И когда Иисус Христос оставил великое поручение, идите и проповедуйте Евангелие. Это главная миссия. И вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями, начиная от Иерусалима и что? И до края земли. Главная миссия Духа Святого на земле – это проповедь Евангелия.
Друзья дорогие, мы должны ложиться с этой мыслью, мы должны вставать с этой мыслью, мы должны ходить и молиться об этом. Мы должны конкретно найти хотя бы одного человека, который еще не знает Бога, не знает Иисуса, и рассказать ему, и молиться за него, и помочь ему познать Господа. И если мы в своей христианской жизни приведем хотя бы одного человека к Иисусу, мы уже предстанем пред Господом не без плода, но хотя бы один плод. Помните, есть такая песня? «Хотя бы один плод принести Иисусу». А если я поставлю цель хотя бы одного человека привести в год к Иисусу, хотя бы одному человеку рассказать в год Иисусу, за всю мою жизнь, представьте себе, сколько людям я расскажу об Иисусе. Я хочу сказать больше, друзья. Из своей христианской жизни я всегда испытывал радость, когда у меня была возможность проповедовать Евангелие. Я помню в городе Киеве, когда мы учились в библейском колледже, у нас был такой урок, он назывался «Четыре духовных закона». Вот мы должны были его выучить, а потом мы и шли по улицам Киева, и просто на остановке мы останавливались, и мы задавали простые вопросы людям. «Хотите, чтобы я рассказал вам об Иисусе?» Некоторые говорят: «Да нет, нету времени, когда-то другой раз». А кто-то говорит: «Да, хочу». И когда я говорил об Иисусе, как умел, как мог, как просто Бог давал, я просто смотрю и вижу, как слово касается. И потом я говорю: «Вы знаете, хотели бы вы помолиться? Хотели бы вы, чтобы Иисус вошел в ваше сердце?» Человек говорит: «Да, мне так хочется помолиться». И когда я с ним молился, меня наполняла такая радость. Я говорю: «Господи, я прожил один день, и этот день прожил не напрасно. Я рассказал хотя бы одному человеку о Тебе, Господи». Я ехал домой, я просто ликовал. Меня наполняла такая радость. Я говорю: «Господь, благодарю Тебя, что хотя бы одному человеку я мог рассказать о Тебе». Друзья, это миссия Духа Святого на земле. Он действует через нас. Бог действует через нас. И когда мы послушны Ему голосу, послушны повелению нашего Господа, Дух Святой не угашается, а Дух Святой радуется, что Он может работать через нас и в нас. Итак, мы делаем то, что делал Иисус. И тогда не угашается Дух Святой. Если мы не делаем то, что делал Иисус, угашается Дух Святой. Следующий момент, очень важный момент, это споры и разногласия. Споры и разногласия угашают Дух Святой. Споры и разногласия. И поэтому апостол Павел, когда говорит Тимофею, молодому человеку, об этих вещах. Давайте мы посмотрим, это записано Титу, вернее, это не Тимофею, а Титу, 3 глава, 9 стишок. Титу, 3 глава, 9 стишок. Написано: «Глупых жестосвязаний и родословий, и споров, и распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны». И еретика после первого-второго разумления отвращайся. Но я бы хотел сделать ударение вот именно на этом стишке. 3.9. Споров, глупых состязаний, родословий, споров и распри. О законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. По-английски «for they are unprofitable», правильно я говорю, да? «Unprofitable and», как Марина правильно, «vain», то есть ненужный. Никакого от этого пользы нет, никакого профита нету, да? Ничего это не дает. Просто спорить о чем-то, доказывать и так далее. Вы знаете, по молодости, мне кажется, молодые люди, они
всегда такие горячие. Я вспоминаю свою, вот такой был возраст, когда, ну, мне так хотелось кого-то убедить, переубедить. Ну, как ты не понимаешь? Ну, это же так просто понять. Ну, вот Бог есть, Он живой, в Него так просто поверить. И были моменты, когда я это делал с такой ревностью. Но потом я просто где-то, когда посмотрел уже со стороны, я видел, что здесь у меня получился спор. Вот спорить не надо об этих вещах. И как бы никого не надо, ну, даже доказывать или там еще как-то. Оно должно быть настолько просто и естественно, насколько Дух Святой должен делать эту работу, чтобы человек сам понял эти вещи. Знаете, в христианстве сколько есть разных споров. Люди пробуют доказать, тот святой, тот грешный. Я лучше понимаю это Писание, ты не понимаешь. А у меня больше откровения, у тебя меньше откровений. Ты смотришь, люди тратят драгоценное время. На что? Просто на споры. А Писание ясно говорит, удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Но Дух Святой угашается, когда есть споры, когда есть вот эти распри. Это не та атмосфера, где хочет быть Дух Святой. Когда в доме, когда в семье мир, взаимопонимание, любовь. Правда, детям там приятно находиться. Они бегут в дом. Почему? Там им хорошо и приятно. Но когда в доме постоянно споры, постоянно разногласия, постоянно, знаете, муж и жена что-то выясняют, страдают от этого тоже и дети. Поэтому очень важно, друзья, иметь правильную атмосферу. Деяния, 9 глава, 31 стишок, там написано, «И Бог прилагал спасаемых к церкви, и церковь была в покое». Слово «в покое», оно означает, в этой церкви была атмосфера покоя. Там была правильная атмосфера. И этот покой, когда люди приходили, они ощущали этот покой, они ощущали этот мир. И тогда написано, и Бог прилагал спасаемых к церкви. Поэтому очень важно, чтобы не было споров и разногласий, потому что это угашает Дух Святой. Итак, еще один очень важный момент – пребывать в своем даровании и призвании. Я вообще верю, друзья, что нету бездарных людей в церкви Иисуса Христа. Нет. У каждого есть какой-то дар и призвание, к чему Бог призывает человека в Царстве Божьем. И вот когда апостол Павел пишет Тимофею, 4 глава, с 13 стишка, там написано так, что ты, Тимофей, не неради о пребывающем в тебе даровании, но ты пребывай в этом даровании, ты будь успешным в этом даровании, и ты помни тот момент, когда Бог дал тебе это дарование, и ты не должен это угасить. Почему, друзья, есть, вы знаете, один может делать что-то одно лучше, чем другой. Это не говорит о том, что, скажем, тот просто не умеет или так далее. Нет, это говорит о том, что у одного есть дарование в этом быть, а у другого есть дарование быть в этом. Одному Бог дал один дар, а другому Бог дал другой дар. Но Павел говорит Тимофею, и это записано 1 Тимофея 4:13, что ты пребываешь, чтобы ты, скажем, не угашал этот дар, но чтобы ты в этом пребывал, чтобы ты понимал, что у тебя есть подарок от Господа, и Бог тебе дал этот подарок, и ты в этом должен пребывать, ты должен об этом заботиться, ты должен в этом возрастать. И там написано, что и успех твой будет очевиден. И успех будет очевиден для многих.
Поэтому, друзья, очень важно, чтобы мы пребывали в том, в чем Господь нас призвал, чтобы мы в этом пребывали. И написано это: об этом заботься, в этом пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. 15 стишок, 4 глава. Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, себя спасешь и слушающих тебя. То есть, когда ты понимаешь, что Бог тебе дал, ты в этом пребываешь, ты в этом растешь, ты в этом упражняешься, написано, ты об этом заботишься, ты будешь иметь успех. И твой успех будут видеть другие люди. Потому что Павел говорит, что успех твой для всех был очевиден. Люди увидят, у тебя есть дар, у тебя есть то, что Бог дал, призвание какое-то. Ты в этом пребываешь. И тогда Дух Святой не угашается, а Дух Святой, он больше и больше двигается, помогает и действует через такого человека. Еще, друзья, что угашает Дух Святой? Это жизнь по плоти. Жизнь по плоти. Павел говорит, есть жизнь по духу, а есть жизнь по плоти. Писание говорит, живущие по плоти, что? Богу угодить не могут. Вот люди хотят угодить Богу, но они живут по плоти. А Богу в таком случае угодить просто невозможно. Хорошо, как жить не по плоти, а по духу? Что значит жить по духу, а не по плоти? Что это? Как это? В реальной христианской жизни. И есть места из Священного Писания, которые говорят об этом. Когда мы живем по духу, мы поступаем. То есть это наши поступки, это наша жизнь каждый день. Давайте мы откроем Галатам, 5 глава, 24 стишок. Галатам, 5 глава. И в этом месте Священное Писание, смотрите, апостол Павел говорит, 24 стишка и ниже. «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Жизнь по плоти – это жизнь какими-то похотями, какими-то страстями, какими-то грехами. Это жизнь по плоти. Но Писание говорит, если вы Христовы, если вы оставили старую жизнь, жизнь по плоти, если мы живем Духом, то по Духу поступать должны. И 26 стишок, не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать и так далее, и так далее. То есть определенная новая жизнь в Иисусе Христе. Есть жизнь по духу. Это жизнь, когда Писание говорит, человек не тщеславится, не раздражает, не завидует, не гордится, когда он не превозносится над кем-то, когда он видит очень ясно, где, скажем, где грех, а где мне нужно воздержаться от этого. Почему? Потому что Писание говорит, что не может быть дружбы с миром и дружбы с Богом. Дружба с миром – это есть вражда против Бога всегда. И это относится ко всем сферам нашей жизни, абсолютно ко всем сферам. Люди говорят, а как узнать, где вот эта черта, где эта линия? Бог оставил нам свое слово. Есть конкретные стихи, места, заповеди, которые говорят конкретно. Это грех, это нельзя, это Богу не угодно. Человек, нарушая это, он живет по плоти, он грешит, он не живет по духу. Но есть вещи, где не написано конкретно, что это грех, а это не грех. Но нам даны принципы, принципы Писания. Мы можем очень ясно видеть, исходя из этих Божьих принципов. Если бы Иисус Христос был на земле, как бы Он поступил? Как бы Он жил? Что бы Он говорил? Как бы Он ходил на этой земле? И когда мы смотрим и применяем эти принципы, мы тогда живем не по плоти, а по духу. Не по плоти, а по духу. И дальше написано, что
Иоанна 12, 26. Кто меня любит, мне да последует. Да? Давайте мы прочитаем это. Кто мне служит, да? Мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Другими словами, если ты служишь Богу, если я служу Богу, если мы служим Богу, то что мы делаем? Мы за Ним следуем. Мы за Ним идем. И вот жизнь по Духу – это тогда, когда я следую за Христом и поступаю в этой жизни, как Он поступал. Но приходят ученики к Иисусу и говорят: «Иисус, разреши нам спалить этот город. Не приняли нас, мы хотели им проповедовать, там чудеса делать, а они нас просто не приняли. Вот мы хотим просто спалить этот город и все». Иисус говорит: «Послушайте, вы не знаете, какого вы духа». Понимаете, по плоти как-то люди поступают очень резко, очень грубо. А Иисус говорит: «Нет, нет, нет. Я не для этого пришел на землю. Я пришел спасать людей. Я пришел людям помогать. Я пришел поддерживать». Жизнь по духу – это так, как делал Иисус. Как Он поступал. Поэтому Иисус очень ясно говорит: кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И конечный момент этого стишка – того почтит Отец мой. А это уже высшая награда, когда мы пристанем пред Богом, и нас почтит Отец. Добрый, верный раб. Ты на земле жил не по плоти, но по духу. Ты был моим последователем. Это великое, услышать эти слова, это великое благословение. Это великая награда от Господа. Поэтому, друзья, жизнь по плоти всегда угашает Дух Святой. Всегда. А жизнь по Духу всегда радует Отца нашего Небесного. И Писание говорит, что вы умерли, и жизнь ваша сокрыта во Христе, в Боге. Поэтому мы должны поступать, как чада возлюбленные. И еще один важный момент. Вы знаете, в христианстве есть добрые и недобрые традиции. Они есть сегодня, они были и тогда. Так вот, вот эти недобрые традиции, они могут угашать Духа Святого. А добрые традиции, их надо хранить, их надо передавать, о них надо говорить. Почему? Потому что не все традиции плохие. Есть сегодня христиане, которые скажут: абсолютно, нам не нужны никакие традиции, ничего, ничего. Нет, нет, подождите, есть хорошие традиции. Есть традиции, которые укрепляют взаимоотношения в семье. Ну, например, есть традиции, когда на какой-то праздник собирается вся семья. Отец, мать, сын, дочь, внуки. Это хорошая традиция. Есть традиция, когда перед тем, как люди кушают, они просто молятся, благословляют пищу. Это хорошая традиция. Есть традиции, например, когда люди приходят в Дом Божий, они понимают, это место свято от Божьего присутствия, и я должен в это место приходить с определенным настроением, приготовленным. И когда они идут в Дом Божий, они готовят себя. Это тоже хорошая традиция. И много-много других можно назвать. Но есть традиции плохие. Давайте прочитаем, что именно Иисус говорил о плохих традициях. Это записано Матфея, 15 глава. И вот здесь была беседа Матфея, 15 глава, Иисуса Христа с определенными духовными людьми. И Он здесь говорит: послушайте, вы что-то сделали неправильно. А почему вы сделали это неправильно? Потому что вы заповедь Божью заменили учением человеческим. Это уже неправильно. Давайте мы прочитаем. Написано со второго стишка, 15 глава, второй стишок.
Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук свои, когда едят хлеб. Он же сказал им в ответ, зачем и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего? Иисус говорит, есть заповедь Божья, а есть ваше предание, и поэтому вы приступаете, вы нарушаете заповедь Божью только для того, чтобы сохранить ваше предание. И дальше написано. Ибо Бог заповедовал, почитай отца и мать, и злословящий отца и мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу и матери дар Богу, то чем бы ты от него пользовался? Тот может и не почтить отца своего и мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. То есть, Иисус ясно показывает, те традиции, которые устраняют заповедь Божью, они Богу не нужны. Они веру не укрепляют. Они не укрепляют взаимоотношения с Богом. Они стают преградой, препятствием. И Дух Святой, Он угашается тогда, когда заменяют заповеди Божьи заповедями человеческими и преданиями человеческими. Христос привел очень ясный пример. В законе написано «почитай отца и мать». Что вы делаете? Вы говорите, если мы принесем в храм определенную сумму денег, тогда мы как бы выкупаем это и можем своих родителей не почитать. Мы можем о них не заботиться, мы можем их не посещать, мы можем им внимания не уделять. Сегодня очень много в этой стране мы можем видеть, какое отношение бывает неправильно у людей к старшему поколению. Но в Израиле всегда была связь между старшим поколением и молодым поколением. Израиль понимал, что старшее поколение должно передать молодому человеку мудрость. Вот почему молодые люди приглашали старших людей в общение. Приглашали, скажем, на день рождения, приглашали на другие моменты. Для чего? Чтобы послушать мудрость старших людей. И там была связь. Поэтому важный этот момент. И можно продолжать эту тему дальше и дальше. Но Писание очень ясно говорит. Есть заповеди и традиции, которые укрепляют нашу веру, наши взаимоотношения с Богом и друг с другом. Их надо держать. А то, что не укрепляет, а то, что даже Иисус говорит, заменяет заповедь Божию или отодвигает ее, это не нужно Господу. Это больше того не нужно Духу Святому, и это угашает Дух Святой. Поэтому недобрые, неправильные традиции могут угашать Дух Святой. И, друзья, подходя к заключению этой темы, у нас есть личность, которую нам нужно подражать, любить и копировать, можно сказать так. Давайте мы посмотрим место Писания. Иисус Христос говорит, что если ты придите ко мне все, труждающиеся, обремененные, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и что? И найдете покой душам вашим. Иисус говорит, придите ко мне, и дальше что? Научитесь от меня. Вот, друзья, кому нам нужно сегодня подражать? И я хочу сказать, если сегодня бы больше христиане говорили об этом, тратили время на это, преуспевали в этом, пребывали в этом. Сегодня бы много и много было бы сделано для Божьего Царствия хорошей, доброй работы. Но, к большому сожалению, иногда уделяется время абсолютно другим ненужным вещам, разговорам и так далее, что не только Бога не прославляет, а и не укрепляет веру в народе Божьем. От этого надо
остерегаться. Это нужно, от этого нужно уходить. Поэтому, друзья, пускай Бог нас благословит и поможет нам подражать Иисусу, и Дух Святой всегда будет нас наполнять. Идти за Иисусом, и Дух Святой всегда будет нас наполнять. Слушать то, что говорил Иисус, и Дух Святой всегда будет нас наполнять. Потому что Иисус, Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой всегда работают вместе. Это Святая Троица. И поэтому, когда мы на земле следуем за Иисусом Христом и делаем то, что Он делал, Дух Святой всегда будет нас наполнять. Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. Конечная точка. Дух Святой, Он нас ведет в Царствие Божье. И Его задача на этой земле не только, чтобы люди узнали о Христе, а помочь нам дойти в Царствие Небесное. Он дает нам силы, Он помогает. И Писание говорит, даже тогда, когда вы предстанете перед правителями, и вам будет очень тяжело, возможно, вас в тюрьму посадят, возможно, вас будут гнать за имя Мое. И тогда вы не переживаете. Почему? Дух Святой даст вам на сердце, что вам нужно будет говорить, как вам нужно будет говорить. Он будет вас учить. Он заинтересован привести вас в Царствие Божие. Друзья, вы готовы помолиться и поблагодарить Бога за Дух Святой? Если да, давайте мы в этой молитве просто скажем: «Благодарю Тебя, Дух Святой, что Ты живешь во мне. Благодарю Тебя, что Ты помогаешь мне, поддерживаешь меня, укрепляешь меня. Если когда-то я Тебя угашал, ну, когда-то, прости меня, пожалуйста, Дух Святой, прости. Но я хочу не угашать Тебя. Я хочу, чтобы Ты свободно жил во мне. Я хочу, чтобы Ты говорил со мною, открывая мне Писание. Хочу, чтобы Ты мне помогал каждый день в моей жизни. Дух Святой, Ты нужен мне сегодня больше, чем вчера. Дух Святой, веди меня». И Писание говорит, что мудрые люди – это те люди, которые, написано, не упиваются вином, но исполняются Духом Святым. Духом Святым. Давайте мы встанем для молитвы и поблагодарим нашего Господа. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Дух Святой, который Ты нам дал. И в день нашего искупления Ты его запечатлил в наши сердца. Мы так благодарны Тебе, что однажды эта работа была настолько ясной, настолько сильной, настолько очевидной, что мы могли услышать Твой голос, Иисус. Мы могли откликнуться на этот голос, и мы могли пойти за Тобою. И мы благодарим Тебя, и Дух Святой, что Ты в определенный момент нашей жизни, Ты нас обличил, Ты нам помог исповедовать, Ты нам помог оставить какие-то грехи. Ты помог нам оставить старую жизнь. И Ты дал нам, Господь, это чувствование. Ты дал нам, Господь.